Здесь розеток много не бывает. Нормально. В общем, выпуск у нас этот называется «Отчет за неделю», да, Жень? Если вам интересно. Вот когда меня спрашивают, зачем тебе нужен дом в деревне. Поэтому посоветуйте, пожалуйста. Я могу ответить вот таким видео. Всем огромнейший привет. Как я и обещал, мы начинаем с вами работы в подвале. Штукатурка, электрика, водоснабжение, вентиляция и многое-многое другое вы увидите в ближайших выпусках. Также нам надо сгонять на пасеку, порешать несколько вопросов. Здесь неудобно разговаривать, большое эхо, и, наверное, вам это плохо слышно. Начнем мы с вами с бильярдной, потом перейдем в овощехранилище и после начнем уже отделывать вот этот кабинет. Кстати, друзья, по этой комнате очень много моментов. О, здесь эхо нет, здесь классно. Пока это склад, это утеплитель тут лежит. Скоро он отсюда уедет, прям в ближайшие минуты. Я вам говорил, что хотел в этой комнате сделать сауну с паротермальной печкой. Но многие из вас говорили: Денис, не вздумай делать сауну в подвале, потому что это, ну, очень глупая затея, и лучше сделать баню наверху по многому ряду причин. И я что-то заморочился. У меня будет баня на этаже, где мы с вами мечтаем построить потом басик, и делать еще баню с паротермальным котлом здесь в подвале, наверное, уже это будет чересчур жирно. Поэтому вопрос, друзья. Жена мне посоветовала, говорит: Денис, ты занимаешься ютубом, у тебя много различных увлечений, почему бы тебе не сделать большой, хороший себе кабинет в подвале? Тем более, что, скорее всего, организовывать теплые полы в подвале у нас не получится. Но здесь я тоже хотел с вами посоветоваться. Смотрите, я по глупости своей залил дверные проемы по высоте 2,15. А для того, чтобы организовать теплые полы, мне нужно как минимум поднять 12-15 сантиметров от пола. И теперь в связи с этим вопрос. Как вы считаете, что лучше сделать? Не трогать ничего и просто залить стяжечку равнителем и организовать полы просто по этому бетону, либо резать проемы и обрубать вот эти сантиметры? Посоветуйте, пожалуйста, как вы считаете. У меня сейчас 50 на 50 мысли. Конечно, меня обрадовало то, что я не буду сделать здесь теплые полы, тем, что я просто экономлю хорошую сумму. Но, с другой стороны, подвал все-таки эта штука такая интересная, своеобразная, и, наверное, было бы правильно утеплить полы внизу. Хотя они сами по себе будут теплые, так как эта штука находится ниже глубины промерзания, утеплена со всех сторон экструдированным пенополистиролом, и, скорее всего, проблем-то никаких и не будет. Я буду рад увидеть ваши комментарии на этот счет. Вот два вопроса сейчас, да, по проемам. И второй вопрос: как вы считаете, сауна это все-таки или кабинет? Ну, конечно, когда думать об этом как о кабинете, у меня уже возникает куча классных мыслей. Например, вот здесь я помещу хромакей, тут будут софиты. Это все не надо будет постоянно собирать, и я могу очень легко, например, записываться или монтировать где-то здесь. То есть, ну, просто удобно и легко. Если вдруг даже мне не нужно будет для монтажа столько места, я могу какую-то часть убрать на свою мастерскую, которая будет в доме, при семье, рядом и так далее. Но, с другой стороны, всегда говорил, что подвал — это такая мужская зона, где я буду встречаться с друзьями, сидеть, отдыхать в этой сауне, и это в зимнее время будет просто супер и классно и удобно. Поэтому посоветуйте, пожалуйста. Так, ладно, все, приступаем к работе. Хватит этой всей болтовни. Многие подписчики ее не любят, а кто-то, кстати, стал любить и говорит: давай, рассказывай больше. Поэтому я с вами и делюсь всей информацией. Я переодеваюсь и начинаю работать по электрике. Сегодня электрика, и сегодня, возможно, мы забудем стены. Начнем ставить маяки. Надеюсь. Ну, хотелось бы. Пойдемте. Спустил вот эту штуку, думал, по ней буду песок посыпать сюда и так работать. А потом прикинул, а зачем мне эта вот конструкция, если я просто могу ведра ставить на окно. Я, короче, решил это убрать. Сегодня моя задача — протянуть проводку перед штукатурными работами. В магазине мне посоветовали черную гофру для внутренних работ, так как она не поддерживает горение. Правда, я не проверял. Как я уже говорил, на освещение я использую кабель 3×1.5 квадрата ГОСТ ЛС, а на розетке 3×2.5 квадрата. В принципе, все эти работы вы уже видели в предыдущих роликах. С той лишь разницей, что сегодня распаечные коробки будут установлены на потолке. Кстати, друзья, что вы делаете с этой проволокой, у кого ее формируется много? Я вот даже ума не приложу, куда ее можно использовать. Как вязальная, вроде не подходит. И вот приходится такими тюками ее потом просто выбрасывать. Скручивать и выбрасывать. Может быть, как-то в быту еще можно использовать. Расскажите свои мысли. При заливке стен фундамента учесть все мелочи было крайне сложно. Но слава богу, что мысль о правильной вентиляции у меня вертелась в голове уже в то время. Я очень рад, что заранее заложил эти гильзы. Тут будут проходить все стратегически важные сети питания нашей избушки. Пойдемте, покажу вам промежуточные этапы работы.
что я уже сделал. Сейчас я здесь зашторил штору. Тут сейчас буду пылить очень жестко. У меня, к сожалению, нет хорошего мощного перфоратора, и взять я даже не знаю, где его. Поэтому я буду делать это болгаркой. Я купил такой диск. Сейчас я буду вот это все штробить. Перед собой вы сейчас видите нереальное количество розеток. Смотрите, просто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И это все будет по 2 розетки, 18 на 2, 36. Но это бойлерная. Здесь розеток много не бывает. Вот я не знаю, что я, наверное, окна сейчас откручу. Да, надо окна снять, потому что пыли будет нереально много. Вырезать подрозетники болгаркой, это, скажу вам, так себе удовольствие. Тебя не видно. Тебя видно? Нет. О, теперь видно. Я вам не раз говорил про то, что смена рода деятельности – самый лучший вариант отдыха. А если смена рода деятельности, которая еще и приносит вам какой-то неплохой доход, что еще может приносить счастье? Мы едем на пасеку, сегодня мы будем делить пчел. Я покажу вам, как это делается правильно. Если будут какие-то вопросы, в следующем видео я обязательно вам расскажу. Пишите в комментариях, что вам интересно про пчел. Сейчас я вам, как всегда, покажу маток, трутни и смотрите, все, смотрите. Туда мы сейчас будем перекладывать всех пчел. Поехали. А, я же должен подымить. Я же сегодня на подмоге. Ваня, да. Расскажи, для чего вот эта штука нужна. Вот, смотрите, это ящик. Так его можно попроще назвать. Ящик для перевозки пчел. То есть, если нам нужно перевести пчел в другую среду обитания, местность другую. Ты прям так научно рассказываешь. Друзья, короче, эти пчелы поют в тайгу. Да. Для этого нужен ящик. Называется он... Пчелопакет. Да, вот так. А чтобы вам интереснее было понимать, что вообще мы делаем, это на самом деле и есть зарабатывание финансов. То есть, когда вот эта штука, пчелы эти делятся, они продаются, и пчеловод на этом зарабатывает какие-то монеты. Ладно, смотрите дальше. Это все расплод. Это вам не мед. Так, ищем матку. Вот трутень. Для тех, кто не знает. Вот этот толстый, он трутень. Поэтому так называют людей, которые ленивые и толстые. Ничего не хотят делать, и толстые их называют трутень. Пошел. Да. Ну, как всегда, мы играем с вами в игру, кто первый найдет матку. Я ее уже нашел. Это левый нижний угол, правый нижний угол, левый верхний угол или правый верхний угол. И победитель... находит матку опять в середине. А, она перешла в ту сторону. Где она, красотка? Вот она, маточка. Так, Вань, давай, что я должен держать? Ага, держи, сейчас я ее пересажу. Так, аккуратно ее ловим. Аккуратно, аккуратно, нежно, чтобы не повредить. Ни стела, ни крылышки, аккуратненько, смотри, так ее. Так. Все, поймали. И аккуратненько садим ее в пакет. Теперь мы комплектуем это улья, наш пчелопакет, и все, работа сделана. Казалось бы, ничего сложного. Комплектуем обратно нашу семью. Для этого надо поставить мед на край, потом расплодик, однодневочку, желательно бы. Там, если в ячейку сейчас заглянуть, то там маленькие червячки. Да, маленькие, тоненькие такие. Это пчелки, будущие. Мы их сюда помещаем. С небольшим расстоянием, чтобы маточники были побольше. А, смотрите, сколько это все сейчас выйдет. Это все пчелы, это все класс. Вот эти большие, это трутни, а вот это пчелки. Рубрика «Курьезы». Курьезы на пасеке. Смотрите, какой момент. Это вот то, что бывает, когда ты путаешь улья, в котором нет матки, и не подставляешь им рамочки под засев. Смотрите. Вот эта неделя. За неделю вот такие подарочные язычки. Ну ладно бы, это не страшно, но они натянули язык и залили его медом прямо сверху рамки, смотрите. Даже не знаю, как его отделить теперь. И они начали заливать его уже медом, потому что я просто не подставил рамочку. Матки нет, все в порядке, да? Ребят, кому вот это отправить? Скажите, пишите на почту. Скоро, кстати, свежий медок пойдет, вон уже начали заливать, смотрите. Красивый, вкусный. Кстати, из области науки и техники, друзья, вы знаете, что для того, чтобы сделать 100 ячеек, пчеле нужен всего лишь грамм воска на 100 ячеек. Широкая ячейка, они делают специально, чтобы засеять трутней. У многих из вас, возможно, возникал когда-либо вопрос, а что такое маточное молочко? И я вам сейчас
Расскажу о нем, если вам интересно. Когда семья безмасочна, то через 5 часов, ну, в течение 5 часов, пчелы уже понимают, что матки в семье нет, и начинают закладывать новые маточники. Что самое интересное, они берут простой однодневный расплод, который засеяла та же самая матка, который должен быть формироваться и становиться простой пчелой, и они из этой пчелы делают новую себе мать, новую хозяйку ульев. Пчела, дай я расскажу. Для того, чтобы все получилось у них хорошо, они закладывают несколько маточников. Конечно, такое большое количество нам не нужно, и поэтому какую-то часть я должен выломать. Даже не потому, что я такой хулиган, и мне это нужно сделать для того, чтобы им нагадить. Нет. Во-первых, я оставляю самые сильные маточники. А во-вторых, когда выйдет несколько маток, они же будут драться, и они будут воевать. А еще могут не воевать, а сделать плохую такую штуку. Они просто могут сделать мини-раи, то есть уходить в мини-роячки. Вот это будет тогда печально. Ну а теперь спросите, что же такое маточное молочко. Так вот, друзья, смотрите. Когда мы раскрываем вот эту ячеечку, то... У матки, у каждой, вон там в начале, есть жидкость. Вот, смотрите, вот я матку убираю, да, которая не получилась. И вот эта капелька, вон та, вот она, сейчас я вам ее покажу прям, вот она. Вот эта капелька, не знаю, как вам видно. Это и есть маточное молочко. Его здесь настолько мало, в каждой маточнике его прям капелька. Но это вот самое ценное лекарство, которое считается у пчеловодов. Ну, после, наверное, конечно же, яда. Потому что яд, он очень полезный. Что-то я, друзья, сегодня очень увлек вас этим пчеловодческим моментом. Мы все-таки на канале строим дом своими руками, поэтому давайте вернемся к стройке. У меня напротив дома мылила глаза мне сосна. Лежала упавшая сосна. Я сейчас на машине прицепил ее за веревку, притянул. Ну, чтобы просто комары там не кусали. Притянул ее во двор и здесь ее распилил. Все честно, все законно. Она валялась на земле. Упавшая, просто сухая уже. И в ней вот короед. Вот такая тема. А теперь я колю дрова для нашей баньки. Сегодня будет банька, бассейн, будет круто. Иди сюда, глазок. Смотри. Это личинка. А сейчас покажу самого короеда. Вон они тут у нас вываливаются. Вот он. Смотрите. Вот сам короед. Вылазь, короед. Вылазь. Сейчас вылезет. Смотри, заднюю включил. Угу. Вот он. Красавчик. Опа. Это к вопросу, друзья, о том, пользуемся ли мы спа-капсулой каждый день. А это просто вкуснятина. Так, друзья, у нас сегодня раздел научной фантастики. Смотрите, вот эта штука, это личинка короеда. Ну, то есть это, короче, получается гусеница, которая перерождается в этого жука. В короеда. В короеда, да. Вот так она выглядит. Прикольно, да? Вот дерево, короче, нам долой поизучать. Вон они сидят. Жуки. Ну все, топим баню и купаемся, да, дочь? Да. Пошел. Пошел. Вот когда меня спрашивают, зачем тебе вообще нужна стройка, зачем тебе нужен дом в деревне, я могу ответить вот таким видео. Просто. Просто вот такими кадрами. Они балдеют, им нравится, им кайфово. И это самое вот наиблагодатное. Не ругайте строго, как умел провел проводку. Вот сейчас я свое косое окно начал выравнивать. Думаю, надо уже ставить сюда пластиковые окна, потому что они там у меня зря стоят. Звук, конечно. Вот, я дал перфоратору немножко отдохнуть. Сейчас доштраблю. Ну, вставлять сегодня не буду. Просто у меня что-то руки зачесались на эту тему. Решил доделать окно. Я очень рад был поделиться с вами этим своим видео. Как я провел замечательно этот день. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, смотрите другие наши видео, коих много на канале уже. Мне было приятно вас видеть. Пока. Пока.